Привет, друзья! Растех показал шлем с технологией дополненной реальности. Более подробно о разработке в ролике компании. Ситуационный центр управления создан для управления ликвидацией нештатных ситуаций. В его состав входит мобильное рабочее место. Высокотехнологичный шлем «Умные руки». А также квадрокоптер на дистанционном управлении с большим радиусом полета, оснащенный камерой с разрешением в 20 мегапикселей. Центр предоставляет наглядную и точную информацию об окружающей обстановке и эпицентрах чрезвычайной ситуации. А действия сотрудников быстро координируются с помощью аудиовизуальной информации. Квадрокоптер под управлением оператора фиксирует изображение местности, охватывая кризисную зону целиком, и транслирует видео на дисплее шлема «Умные руки». Используя возможности квадрокоптера в системе ситуационного центра управления, операторы могут в реальном времени наблюдать за развитием и ликвидацией чрезвычайной ситуации. Благодаря камерам на шлемах «Умные руки» операторы рабочего места также контролируют действия сотрудников, ликвидирующих нештатную ситуацию. Данные с камер шлемов обрабатываются системой и в форме видеоподсказок отображаются на мониторе мобильного рабочего места, за которым находится оператор. Программа центра содержит подробную информацию о каждом сотруднике, его подразделении и позволяет поставить оперативную задачу. С помощью СЦУ можно управлять группой сотрудников численностью до 20 человек и контролировать их действия благодаря панорамному видеоизображению с привязкой каждого сотрудника к местности. Центр окажется незаменим во время аварийно-спасательных работ, особо важных монтажных работ, ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, а также любых других работ, требующих оперативной и максимально точной координации действий группы людей. Основные задачи ситуационного центра управления – получить, проанализировать и обобщить информацию из разных источников, спрогнозировать возможные сценарии развития нештатных ситуаций и моментально на них отреагировать благодаря слаженной работе всех элементов системы СЦУ.